Так, всем приветик. Так, всем не гау, привет. Так, здесь такой был красивый свет, и что-то все исчезло. Не гау. Так, Настя, привет. Вижу тебя. Так, ты без света, красотка, спасибо. Не, ну просто здесь должен быть сейчас супер свет. У меня есть такая штука. Ну ладно, не буду ее включать. Тата, по-китайски говоришь? Конечно, говорю по-китайски. Я выросла в Китае, я там закончила школу, закончила университет. Вся моя жизнь прошла там, поэтому я прекрасно говорю на китайском языке. Оп. Подождите, вот свет. Сейчас только переключу. Мне кажется, со светом лучше или нет? Или убрать его? Блин, надо было сначала настроиться. Просто когда я садилась настраиваться, здесь был прекрасный свет, а потом потемнело. Так. Что, со светом было лучше или без? Скажи что-нибудь по-китайски. Ой, синзэ бу, жэдао шо шима. Вот я тата, нина. Нидяо шима минзэ. Со светом лучше. Ну, один человек написал только, что со светом лучше. Так, где губы? Просто накрасила по-другому. Если я чуть-чуть... Видите, я чуть-чуть за хайлайтера верхний контур. Если бы я его не забелила, то у меня губы визуально были огромные. Просто я изначально так накрасила, что у меня вот такого размера были губы. Я такая думаю, блин, что-то не очень красиво. Я типа их уменьшила визуально. Я губы не делала уже очень давно, когда мне пишут особенно всякие умники, типа, опять себе накачала губы. Просто, девочки, мы же все умеем краситься, мы всю жизнь красимся, и есть какие-то секреты макияжа для того, чтобы глазки казались больше, для того, чтобы губки казались больше, там, или жопа казалась больше. Есть и специальные позы, либо там специальная техника макияжа. Но куча секретов существует. Поэтому, когда умничают, меня, конечно, с ума сводят. Но губы я делала последний раз. Наверное, уже 2 года прошло. Ну, вот в этичке уже 2,7. Ну, где-то 4 месяца было бы эти, когда я перестала ее кормить. 3-4. И вот тогда я себе сделала губы. И все. Так, сегодняшний макияж бомба, спасибо. Я только что его сделала. Только закончила, решила сразу зайти похвастаться, как я накрасилась. Раньше, о, кстати, вот мне сейчас часто еще говорят, ой, ты там это сделала, то сделала, это сделала. Вы посмотрите мой инстаграм, я ничего такого там супер не сделана, я хожу к косметологу, но не хожу к пластическому хирургу. Не потому что я против, со временем мне понадобится, я обязательно пойду. Вот, но и опять же, помимо косметологов, конечно, обязательно нужно уметь краситься. Я раньше не умела краситься, честно скажу. Я смотрю на свои старые макияжи, это, конечно, оставляет желать лучшего. Вообще, косметика должна человека преображать, а у меня что-то вообще никогда не преображало какой-то период времени. Обязательно нужно уметь краситься, найти свой макияж. Я нашла свой макияж. То есть мой макияж, это вот я подчеркиваю, я делаю хорошо тон и подчеркиваю глаза правильно. Вот видите, чтобы они такие визуальные были очень большие. Вот у меня зеленый такой болотный карандаш. У кого, допустим, голубые глаза, просто, например, черный, да, цвет, он будет глаза визуально уменьшать и делать их такими, ну, как сильно дерзкими, что ли. Если у вас коричневые глаза, то какую-нибудь коричневую растушевку очень красиво. Если у вас голубые глаза, какую-то серую растушевку, вот прямо вот так снизу и прям немножко тушуете ее, как стрелку делаете сверху и снизу. Там на зеленый болотный цвет очень красиво. Поэтому попробуйте. Вот мне одна девочка написала, что она купила себе графитовый карандаш серый под голубые глаза. И говорит, она просто, я в восторге. Поэтому я очень рада, если кому-то мои советики пригодятся, обязательно накрасить
Обязательно попробуйте накрасить вот голубые глаза серым карандашом, зеленый болотным и коричневый коричневым цветом. Так. Тата, помирилась ли с парнем? Да, мы помирились. А потом сейчас мы опять что-то не разговариваем. Но если честно, я уже забила хрен пока. Что будет, то будет. Вот. Потому что я красавица и умница. Если я сама себя не буду жалеть, кто меня пожалеет? Так, где сынок? Сынок мой, не знаю, наверное, играет в PSP или смотрит кино где-нибудь, я не знаю. Вот. Так. Тата, как отбелить зубки? Слушайте, ну если вы еще не узнали, как отбелить зубы, как у меня, то тогда вам мой совет. Ешьте жвачку, как в рекламе, только две штучки вместе. Если берете одну, зубы белыми никогда не будут. Только две жвачки ешьте, и все будет четко. Да шучу, конечно. У меня просто виниры, поэтому у меня такие белые зубы. Но у меня просто очень хорошо сделанные виниры, поэтому многие, видимо, даже не догадываются, что у меня они стоят. Но если честно, мне нравится моя зона улыбки очень сильно. Я считаю, она красивая, я считаю, что она очень аккуратная, очень правильная. Просто очень часто бывает, что я вот смотрю у некоторых людей на зубы, у кого они тоже сделаны виниры, и смотрится не очень красиво у многих. Выглядит как вот реально вставная челюсть. Я не знаю, конечно, надо мной тоже прикалывались, но мне кажется, у меня шедеврально выполненная работа. Ну, правда, вот. То есть они смотрятся как-то нормально, а у некоторых прям как будто сверху прикрепили что-то. Вот. А где их купить? Кого? Виниры? Виниры надо к стоматологу идти. Вам делают индивидуально под каждый зубик. Вот. Как-то так. Не буду говорить, у кого там, чего, как. Но у меня самый лучший. Так. Что там у вас? Как ухаживаешь за виниром? Если честно, я не знаю, может быть, конечно, я неправильно делаю, но я никак за ними не ухаживаю, как за обычными зубами. Я их чищу ежедневно, любой пастой. Изначально я заморачивалась, там типа нужна была какая-то специальная паста. Я изначально немножко заморачивалась, потом я решила больше не заморачиваться и просто чищу зубы самыми обычными пастами, которые везде продаются, и все. Надо, кстати, купить и ирригатор, очень крутая штука. Ирригатором нужно пользоваться обязательно, это не важно, у вас нарощенные зубы, хотела сказать, или если у вас там винир или не винир. Ирригатор крутая штука, это такая палочка, которая пускает очень, ну, такой сильный струйку воды, и ты типа выводит грязь со всех щелек. Вот у меня, кстати, сломался мой, надо купить новый. Я давно уже не пользовалась, давно не покупала. У меня просто был доисторический такой старый. Что-то мне не нравится эта куртка. Я такая села, типа, одела этот пиджак, как будто я на онлайн-собеседование пришла. А сейчас он как-то не очень на мне выглядит. Бусинка, ты проснулась, моя красотуля, иди сюда. Ну иди сюда, моя любимая. Ну иди сюда, моя плакса-вакса. Проснулась такая, ну она как, она давно уже, как проснулась давно, минут 7-10 назад. Я принесла попить, она лежала, попила, такая смотрела на меня, я на нее обратила внимание, она начала плакать. Что такое, что случилось, ничего, я не пойму, почему ты, Бетка, плачешь, Бетка, почему? Так, гундосая, да, я гундоса. У меня плохо дышит нос, я постоянно кундошу. Вот такие вот пирожки. Что вам еще рассказать? Так. В каком районе Москвы живешь? Кутузовский филе. Тата, ты как баба солидная. Да? Есть такое? Так.
Просила бы ухажера, который выбрал бы из двух девушек и выбрал бы тебя. Слушайте, девочки, это почти не то, что здесь... А простила бы, а за что его простить? Типа за то, что он выбирал из двух девушек? Если это на начальном этапе, то что там прощать? Ты ж, типа, тут же... Идет то, что тут надо делать акцент на том, что ты крутая, ты выиграла. Так. На нижних тоже Венера, да, конечно. Так, с дочерью без няни справляешься, да, ну, конечно, да не, нам хорошо так, моя маленькая, я хочу, чтобы она... И только хоть, просто из-за того, что у меня сейчас неопределенность очень большая, я не понимаю, где я остаюсь, не остаюсь, как, что дальше будет, пока непонятно, и поэтому я ее не отдаю в садик. А так, конечно, мне хочется, чтобы она мне подделки приносила. Я так мечтаю услышать ее стишки. Вот будет там мисс бал осенний, бал весенний, бал зимний. Моя маленькая бы мне подарочки бы носила, своими руками бы делала. Конечно, круто. Таточка, скажи, пожалуйста, как называется твоя прическа? Ну, у меня лестничный каскад. Так, я не понимаю вопрос, опять все про мои волосы. Вы можете написать Гарнье, чтобы они меня как бы заметили? Напишите, пожалуйста, Гарнье, они должны меня заметить. Я больше не могу давать бесплатную рекламу. Да, тата, такой улус есть. Что такое улус? Так, ты в туалете, что ли? Нет, я не в туалете. Я просто сижу на тумбочке, если честно, для обуви. Так. Но тумбочка для обуви у меня не в туалете. Так, посоветуй, пожалуйста, хорошего косметолога. Ой, ну самый лучший косметолог, ну как, девочка, к которой я хожу, Камила, уже хожу к ней много лет. А, вот, кстати, мне надо найти второго косметолога, потому что, хотя нет, мне это же не ресница. Например, по ресницам у меня две девочки, потому что иногда одна куда-то уезжает, и я как бы иду к другой. Косметолог у меня один уже тоже давно, уже года три, наверное, к ней хожу, если не больше. Камила, мне она очень нравится. Так, давайте какие-то... Что-то у меня так голова закружилась, потому что я сегодня ничего не кушала. Мне сегодня, знаете, что привезли? Офигенную подушку Beauty Sleep. Я ее так хотела. Обязательно сделаю обзор на нее. Я так хотела эту подушку, капец. Сейчас про нее расскажу. Кстати, начали говорить про косметологов. Есть такой блогер Лерчик. Наверное, вы все ее знаете. Но она такая очень популярная блогер. И реально очень классный. И я, короче, у нее увидела, она рекламировала бьюти-подушку. И мне так она понравилась. Вам интересно, я могу вам ее показать, она у меня в коробке лежит. Мне так понравилась эта бьюти-подушка, я решила ее, короче, себе тоже заказать. И вот она мне сегодня пришла. Что, да, знаю. Массажная подушка? Нет, обычная подушка для сна. Сейчас я вам ее покажу. Так, я еще на ней не спала, мне ее только привезли. Просто я себе ее очень сильно захотела. Я так счастлива. Правда, я не знаю, как я ее буду везде с собой брать. Вот смотрите, вот такая вот подушка. Вот, видите? Называется типа подушка Beauty Sleep. Подушка анти-эйдж против признаков старения. Очень крутая подушка. Тут вообще такие штучки прочитала, которые я даже никогда даже и не знала о таком. Сейчас, я не буду ее доставать. Я ее просто... Короче, расскажу вам. Там в чем прикол этой подушки? Я просто ее из коробки не буду доставать. Вот видите, у нее такие выемки типа здесь есть. Почему эта подушка красоты считается? Потому что здесь, вот видите, типа это для головы, а вот это, когда ты на боку лежишь. Когда мы лежим на боку, у нас получается лицо типа скукоживается, да? А здесь специально так сделано, чтобы наше лицо не мялось.
Прикиньте, то есть ты ложишься, а у тебя полностью, то есть контур лица у тебя лежит вот так вот на краю, и ты не мнешь лицо. Я вообще, я когда ее увидела, в этой Лерчик, мне так захотелось, и вот теперь у меня тоже она есть, и я очень счастлива. Теперь мое лицо не будет мяться. А я просто я всегда вообще привыкла спать на спине. Последнее время мне стало нравиться спать на животике. И я, короче, решила взять себе вот эту подушку. Смотрите, что здесь написано про эту подушку. Короче, Beauty Sleep, сон с заботой о красоте и молодости. Молодость кожи помогает предотвратить морщины сна и борется с уже существующими. То есть вот это, оказывается, вот на лице называется морщины сна. Против отеков, помогает бороться с утренней отечностью и следами на подушке на лице. Крепкий сон, анатомическая форма подушки обеспечивает экстракомфорт во время сна. Ортопедические свойства. Beauty Sleep значительно дешевле многих косметологических процедур по борьбе с морщинами. Экономичность. Цена Beauty Sleep сравнима с ценой упаковки крема класса люкс. При этом прослужит вам долгие годы. Еще смотрите. Идеальные ресницы. Продлевает жизнь нарощенных ресниц. Это прям идеальная подушка для меня. Содержит ионы серебра. Материал подушки обладает бактериологическими, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Короче, здесь еще знаете что? А здесь еще специально идут типа шелковые наволочки. Никогда не знала. Вот первый раз в жизни такое узнала. Смотрите, что написано. Шелковая наволочка для подушки Beauty Sleep. Шелк не впитывает влагу и кремы с лица. Благодаря его гладкой текстуре волосы меньше ломаются и путаются во время сна. Также шелк поддерживает более низкую температуру и дарит приятные тактильные ощущения. Прикиньте, никогда в жизни не знала, что волосы могут ломаться, оказывается, под, допустим, там, хлопковым бельем. Вообще никогда не знала. Стоит эта подушка, кто-то написал, по-моему, 8 тысяч. Она стоит вот прям 8 тысяч и вот какие-то там с чем-то. Не знаю, мне прям очень понравилось. Я прям довольна, что себе теперь. Я тоже такая крутая, буду с такой подушкой. Вот, но мне, конечно, я рада, что у меня не будет лицо затекать. То есть я вот так и легла, и все. И у меня, считайте, здесь всегда будет идеально ровно. А так, конечно, когда ложишься, у тебя получается морщины сна подчеркиваются. Круто. Очень круто. Протестить ее. Вот тут написано, что полное привыкание в течение 2 недель. Вот. Чего вам еще рассказать? А какая наволочка у меня? Не знаю, мне кажется, я еще не открывала до конца. Что, моя бусинка, иди ко мне! Иди, ты не будешь спать на моей подушке. Маме сегодня крутая подушка пришла, пока ты спала. Так, больше не о чем говорить. Слушай, ну при чем здесь больше не о чем говорить? Для меня, например, это новость. Я никогда раньше до этого не видела такие подушки. Я увидела, мне понравилось. Хочу поделиться тем, что я узнала. Все. Хочешь, дальше спи лицом в матрас. Я же тебя не заставляю. Каждому свое дело. Я просто поделилась тем, что знаю. Ты эту подуху теперь везде с собой? Ну, если честно, да. Но я не знаю, как... Я бы ее везде с собой возила, но я не знаю, как это транспортировка. Она просто большая. Иди сюда, мой человек, иди в юбочке, какой красивый человек проснулся. Это кто такой красивый человек такой? Иди сюда. Иди сюда. Ну иди сюда, почему ты уходишь, моя попка? Так... На Кавказе люди дольше живут без этой подушки. Так почему здесь это? Это просто прикол подушки в том, что у вас морщины на лице не появляются. Все, вы не заламываете себе лицо. Хотите, заламывайте, хотите, не заламывайте. Я вас что, заставляю, что ли? Так, а сейчас отпустила ситуацию со свекровью. Подожди, забила. Так сказать, на нее и на мужа, к сожалению. Просто если руки распускают, советую развестись тебе. Что-то я не увидела. Прикиньте, там до этого что писали.
Так, ты обещала фан, пишите в личку. Писали, не ответила. Не знаю, я что-то даже не видела, может... Иди сюда, мой человек! Если честно, я не видела. Ну иди сюда, не убегай от мамы. Не видела, если честно. Чего знаю, почему. Так. Тата, как тебе Вьетнам по отдыху? Я никогда не была в Вьетнаме. Грустная какая-то сегодня. Я что-то сегодня непонятная, да. Сделаешь нам фан-встречу? Да я сказала, вот в субботу. Хотите, я не знаю, послезавтра. Просто никто, все говорят, а никто потом дело до конца не доводит. Я могу вот... У меня в доме, где я живу, у меня просто, у меня тут в моем доме есть все. Начиная от торгового центра, заканчивая ресторанами, ну, все прям у меня под, у меня все на первом этаже. Вот. Многие придут. Да никто не придет. Да. Бытузенько, моя козявка лежит. Малыша к себе возьми. Она не пойдет сейчас. Она сейчас это проснулась недовольная, злая. Пошла опять легла. Так, а что грустишь? Если честно, не знаю, что грущу. Вроде нет, ничего, ни повода никакого нету. Но просто что-то... Не знаю, сегодня хочется быть грустной ланью. Так. И не знаю, что хочется активно, вопросы какие-то, какую-то тему надо завести, кого-то пообсудить, чтобы была такая актуальная, горячая темочка. Фу, не сюсюкайся, наиграно, пипец. Ну, конечно, наиграно, конечно. Я же, конечно же, не наиграно играю со своим ребенком. Как можно любить своих детей? Ты права. Боже, какие некоторые из больные вообще. Так, давайте про свекровей. Ой, я не знаю, мне всегда везет со свекрухами. Ну-ка, я так сказала, как у меня 16 тысяч свекрух уже было. Но у меня идеальная была свекровь, честно, идеальная. Твоя бабушка была... Почему была? Она мне продолжается, получается, до сих пор свекровь? Нет, она уже... Теперь же у нее новая свекровь. Ой, новая сноха. Вот, Тузик, мы говорим про твою другую бабушку, про Лену, твою бабушку, что она хорошая. Да, она хорошая. Нет. Да, что значит нет? Она очень хорошая. Нет. Да, она тебя любит, знаешь как? Тата, ну и ты тоже бывает ересь несешь, например. У меня тоже идеальная, может, и мы идеальны на 100%. Да не, я не знаю, нет. Просто у меня свекровь такая, которая свой нос никуда не сует. Она никогда не лезла никуда. Всегда защищала меня. Всегда. Вот. Не знаю, хорошая женщина была. Была, ну как она и есть, просто у меня не свекровь. Она так до сих пор получается шикарная, шикарная, шикарная женщина. Так, с милым рай в шалаше, скажи свое мнение, пожалуйста. Нет, я не согласна про Шарашкин, про шалаш и Шарашкину контору. Не согласна. Какая красивая! Я опять убежала. Я не согласна, потому что бытовуха – это первая проблема вообще разлада любой семьи. Когда, извините меня, ты живешь в шалаше, то значит, что ты ничего себе позволить не... Да какой рай в шалаше, блин? Сегодня 21 век. Какой рай в шалаше? Люди всегда могут работать. Я не знаю, хер его знает. Не могу сказать. Какой нахрен шалаш, блин? Я бы хотела сказать, что с милым рай в шалаше, если милый на Порше, но этот Порше нахер не нужен, если у вас шалаш. Поэтому тут все не подходит. Нет, должны... Оба вместе стремиться к тому, чтобы не жить в шалаше. Нет, конечно, может быть, вы и можете жить изначально в шалаше, но должно быть... Есть просто разные люди. Я не против того, что люди живут в шалаше, но есть люди, которые довольствуются тем, что есть. Я против людей, против мужчин, которые довольствуются тем, что есть. Вот я против этого. С чего вы начинаете? Хоть, я не знаю, с подъезда, хоть с мусорки, неважно с чего. Главное, чтобы тебя не устраивало то, в чем ты находишься.
Все, чтобы были амбиции. Если нет амбиций, тогда так уже, конечно, туда всю жизнь так и проживешь в шалаше. Одно дело, когда ты понимаешь, что тебе в шалаше надо перекантоваться, грубо говоря, там, я не знаю, у вас какая-то цель дальнейшая. Ну а так просто жить и довольствоваться своим шалашиком, да ну нахрен такую жизнь. Если у мужчины нет других целей, так вот и 5 лет пройдет, и год пройдет, и 2 года, и 3, и 4, и так будете там сидеть. Нахер это не надо. Амбиции. Надо выбирать амбициозных людей, которые хотят жопу рвать, которые считают, что они достойны чего-то лучшего. Вот. Так, где была, что так строго одета? Я сегодня принимала комиссию. Так. Так. Таточка, так, на день рождения хочу съездить в Париж, но не знаю как. Тяжело будет, но не знаю язык. Да господи, я была в куче странах, чьи языки я не знаю. Все это, слушайте, всегда главное, что переводчик всегда можно взять с собой, там, я не знаю, выучить какие-то определенные слова, выписать заранее, куда ты хочешь пойти, куда ты хочешь, что ты хочешь посмотреть. Всегда можно какие-то фразочки записать, которые тебе помогут в общении там с людьми. Все всегда помогают, иностранцы всегда очень добрые. Никто, всегда все помогают и объясняют, где что, где и как находится. Знаете, много где тяжело, допустим, английский тоже много где не знают. Взять ту же самую Италию, там 3 коллеги английский знают. Взять ту же самую Францию, они тоже там 3 коллеги, кто знает английский язык. Но ничего, я везде справляюсь. Ничего не бойся. А, вообще ничего. Что может быть страшного? Так. Что сегодня готовила? Бетти, все кушать. Сегодня ничего не готовила. Мы вчера готовили супчик. Вот, еще дома была, как всегда, гречка с индейкой. И суп с фрикадельками. Бетичка очень любит. Та-та, ты такая красивая. Спасибо. Куда ты в бок смотришь? А там Бетти просто лежит в той комнате. И она так сбоку от меня. Я на нее смотрю, как она лежит маленькая. Так, тебе нравится Аня Левченко, которая сейчас с Валерой? Да мне не должно нравиться. Ну как, обычно девочка нравится. Ну, мне нет такого, что она мне не нравится. Была у Валеры девушка одна, которая мне не нравилась. Ну и то, потому что я кое-что о ней узнала. И только из-за этого она мне не нравилась. А так изначально я, в принципе, за его любой выбор мне... Главное, чтобы нормальная женщина была. Вот такие вот делишки. Тата, где жила? В Китае. Обычно сидишь в Ереване, да. Я жила в Пекине, я выросла в Пекине, я закончила там школу, там университет. То есть вся моя жизнь прошла на территории Пекина. Я очень скучаю, если честно, очень бы хотела поехать, пройтись по своим улицам, пройти в свою школу, посмотреть, увидеть свой дом, в котором я выросла, улочки, парки, конечно, не знаю, я очень скучаю. Я очень скучаю, это мой дом, где я прожила всю свою сознательную жизнь. Так. Да, на колхоз вообще, у Лёченко такой... Не, ну колхозность это уже другое, это уже дело вкуса каждого. Так-то я сейчас же её не рассматриваю, нет, я на неё смотрю как на женщину. А так то, что там колхозная или нет, это уже второстепенное дело. Не всем же быть такими... Не всем же быть такими ласковыми женщинами, как я. Так, о, Лерочка, привет, моя красотулина, как у тебя дела? Я тебя 1000 лет вообще не видела. Я тебе звонила тут пару дней назад, но ты не ответила. Так, ответь мне, вы с Валерой в хороших отношениях, да? В очень хороших отношениях. Так, необычно русской вырасти в Пекине. Ой, да там... Иди ко мне! Ой, ты моя маленькая, я проснулась! Маленький человек! Ты какая недовольная!
Ой, какой недовольный ребеночек пришел, только проснулся. Ой, это подушка мамина Beauty Sleep, тебе ее нельзя трогать. Не надо, мамочка. Не надо. Почему ты плачешь? Ты котенька котунок, ах ты серенький волчонок. Приди, котя, ночевать, мою детку покачать. Моя маленькая злая девочка проснулась, сейчас всех поругает, тут всем скажет, что кому надо делать, да? Мой маленький мышка, моя маленькая мышка, моя. Ой, ребенок маленький, 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 мой злой ребенок. Ты почему злая? Ты почему сейчас злая проснулась? Почему? Почему ты злая проснулась? Расскажи маме. Тебе что-то злое снилось, да? Ой, какой злой ребенок у нас растет. Злюка. I'm still loving you forever, seriously, now only you. What do you mean now only you? Who did you love before? Витечка, не надо такое недовольное лицо делать. Ты для счастья родилась. Все счастливые девочки, они знаешь, как улыбаются? Вот так. И. Все так, девочки, все красивые девочки, они улыбаются. Надо сейчас умываться, пойдем купаться. Будем купи-купи? Нет. Ты купи-купи, ты будешь грязная девочка. Ты где видела грязных красоток? Красотки всегда чистенькие ходят. Всегда чистенькие, всегда вкусненькие, всегда вкусно пахнут, всегда выглядят хорошо, волосики у них чистенькие. В эти лицо больше, чем у мамы. Петечка, ты большая, ты слышала, ты больше, чем мама. Ты уже такая взрослая. Ты скоро меня воспитывать будешь, мамочка. Ты будешь маму воспитывать? Да? В школу будешь маму водить? Нет? Не надо. Не надо маму в школу. Мама тоже не хочет в школу. Мама уже нашколилась. Моя обезьянка. Ладно, девчонки, пойду я свою обезьянку купать. Пойдем купать моего человека. Пойдем купать моего человека, который еще раз хочет спать. А пойдем гулять? Нет? Тогда или нет? Так я не понимаю такой ответ. Идем гулять? Да? Ну пошли, иди одевайся. Иди. Что ты хочешь одеть? Скажешь маме? Так, ладно, все, я выхожу, пойду маленькую свою одевать, отведу ее в семейный детский клуб, пойдет мой ребенок, семейный детский клуб, там будет с детишками играть, хорошо? Все, я вас люблю, целую, пока-пока. Мам. Мама.